хотелось бы, чтобы наши дети имели возможность изучать наш родной язык для сохранения его, для того, чтобы дальше развиваться, не терять свою, скажем так, идентичность. Предполагается, какое количество детей у вас будет заниматься в этой воскресной школе? И возраст их, они будут вместе заниматься или по группам? По нашим прогнозам, около 30 детей будут заниматься, 30-40. Но так как пока школы нет, есть только планы, точного ответа нет. Но 30-40 детей, я думаю, возраст, ну, мы хотим где-то от 7 до 14-15 лет.